Что всем доброе утро, пятница. Сегодня я удаленно дома работаю, так как Сёмочка, сыночек, заболел. И всю ночь у него была, ну как, не всю ночь, мы сбивали 38,8. Убили, плохо ему было. Сегодня буду и врача вызывать, и лечить. Так что мы планируем. И все наши планы смешны. Все, пьем кофе, начинаем рабочий и домашний день. Ну что, с первым снегом, петербуржцы. Еще зелень, а уже снег. Там впереди окей. Там это детский сад построили. Скоро тут детки будут гулять. Ой, такие площадки красивые. Прелесть. Ну, хоть зелень оставили. Красиво, да? Деревья. Желтый оранжевый домик. Очень приятный у меня вид из окна. Все, зима приходит. Открывай ворота. Всем привет! Вот и начинаю свой рабочий день дома. А что делать? Тёма заболел, лежит, 38 была ночью. Лечу и буду работать дома. Пока так. Так, всегда водичку рекомендую пить. Сейчас я начисляю, занимаюсь НДС параллельно. Считаю документы, все приходы, считаю фактуры на аванс. И, конечно, сегодня 20-е, а у нас аванс по заработной плате 25 числа. Так что, чтобы я в понедельник пришла, и все у меня было готово. Так. Вся исписанная. А я такими только пользуюсь. И ребенку даю черновик, и сама такими. Ну, дома. Сейчас принесу вторую. Так, температуру уже сбили. Уже максимум 37,5. Очень удобно. Сразу пишу, перелистываю, все. Как у нас черновиков очень много. Вот. Сейчас уже ведомости директору отправляю, потому что у нас руководящий состав, кто в офисе, он на карты получает, там 3 человека у одной компании, а все работники, которые в Москве там, они, вот ремонт идет, они получают по чеку. То есть я формирую чек, директор едет в банк, берет и туда уже распределяет. Так что
Я готовлю по каждой из пяти, готовлю ведомости, отправляю ему. Потом сама же перечисляю все это. Если так рассказывать, но куча работы, да, вот если перечислять, да, например, резюме составлять, что только я не умею, то есть и то, и то, и то, то есть можно просто сначала одним словом зарплата, а что туда входит, это же куча операций. Просто смотришь, пялишься в этот компьютер, не то, что там бухгалтер там сидит с бумажками, нет, у меня максимум, что только, ну, я приходами, отпусками не занимаюсь, занимается моя сестра, помощник бухгалтера, да, главного. Вот, то есть просто вот ноутбук, 1С и Excel, все. Ну и всякие там списки, контуры и так далее, и банк клиент, все. То есть бумаг у меня нет, у меня вот только такие черновики. То есть я вот пишу, хоп, зачеркиваю, пошла дальше, пишу, пишу. А так, что кажется, бухгалтер сидит в очках, я не знаю, в нарукавниках. И весь в куче бумаг, такого нет, счеты еще придумайте, вспомните. Нет, нет. Совсем все по-другому. Всем привет! Вот вышло 4 часа. Сейчас с Аленкой пересечемся. Она в Непольчике с работы. Там клиент за хорошую бухгалтерскую работу нам презентовал донатсы или как там. Это американская фирма. А я иду в аптеку Тёмки за Кагацелом. Температура 38. Вот мы все сбиваем. И надо еще в магазин сходить. И хочу коврик дверной, ну, как бы, который дома находится, поменять. Там сейчас маленький какой-то я купила, я не знаю, в Фикспрессе. Хочу такой добротный, большой купить. Вот. Так что вот у меня сегодня такой вложик получится из дома. Домашняя работа, как я там в домашнем виде. Ну все. В аптеку сначала. Тут купила какие-то витамины, ему, я не знаю, можно, когда он болеет. От 7 до 14. Ну, дешевые самые. Тут и цинк. От А до цинка. Так-то я ему даю витамин D. Ему, видно, уже не помогает. Вот. Может, кто принимал, вот видите, тут всякие. Напишите, будет интересно вообще вот детям такого возраста. Ну и школа просто болеет, болеет. Вот в аптеке была, сейчас иду встречаться с Аленкой, а потом по магазинам, коврик, да просто продукты. Смотрите, какая дорожка. Красота. Это мой дом. Шикарный, никого. Еще все с работы едут. Вот такой торговый комплекс. Называется Прометей. Все. 20 лет строили или 10. Я здесь. Все, покупаю
Вот такой новый, кстати, тут посуд. Зарина, где мы вчера были. Сейчас идем в Галамарт. Опа, вниз. И здесь М-видео. Вообще все. Поняли, вот я. Идем выбирать коврик. Коврики маленькие. И вот такой какой-то коричневый. А вот я начинаю. Шикарный. А вот коричневый тон стоит 750. Что тут еще есть? Пакеты вакуумные. Я люблю вот эти всякие контейнеры, корзинки. Красота. Аптечку надо. Как-то второй товар за 1 рубль. Интересно. Но это не аптечка, но будет аптечка. Понятно. Еще можно взять 2 таких для ниток, для аптечки. Все беру. Удачненько. Все, иду домой, все купила. Как уже темно. Просто в камеру как бы светло, на самом деле темно. Хорошо на улице. Прям сказка. Сумки на плечах. Все на себе. Приду, купочки покажу. Всем привет! Я уже пришла с магазинов. Встречалась с Аленкой. Ну, вот я в Уолмарте, да? Что я купила? Вот я купила такой коричневый коврик за 750 рублей. А теперь, та-дам! Была акция 2 по цене 1. Представляете, я пошла на кассу, говорю, вот коврик, а она мне говорит, так идите еще возьмите один. Я говорю, да вы что? Я говорю, а я как раз не могла решить. То ли синий, то ли коричневый. И то думаю, какой-то маленький, вот мне бы чуть-чуть побольше, может быть, даже кругленький. И вдруг она мне говорит, такая акция. Ну, вообще, прямо супер. Я была очень рада. Вот, и смотрите, какие хорошенькие, красивенькие. Да? Хорошенькие. Вот. Так что вот мои обновочки. Смотрите, как получилось красиво. Ну да, я их разъединила, потому что тут как бы такой круг
ни к селу, ни к городу. Ну, то есть мне надо было, чтобы вот здесь прямо стык был. Ну, и у меня всегда проблема, потому что хочется отставить обувь мою, потому что я намываю ее, ну, каждый вечер, да, и ставлю. А Тёмин просто вот он входит, и все. Ну, чтобы не мешала обувь, там у нас будет чистенькая, а тут грязненькая. Вот, я думаю, шикарно. Удачная покупочка. А вот смотрите, вот эти самые пончики. Видите? Донатс. Я почему-то подумала, что это американская какая-то фирма, не знаю. Вот наш клиент, наш поставщик, часто приезжает молодой человек. И все приезжал, мы все ему ушли навстречу. Он директор, у него видно там или бухгалтера нету, или что. Мы всегда и меняли его документы, и помогали. Вот он все обещал конфетки привезти, а у нас женский коллектив, ну, с Аленкой. И вот, так как я сегодня не была на работе, мне достался один. Ну, там всего было три, нас трое. Я, Алена и еще юрист. Вот тоже женщина. Вот, и Аленка мне подвезла. Вот сейчас мы с Тёмочкой напополам. Конечно, многокалорийный это он. Тяжеловес такой. Ну, что делать? Вот. Какие у нас клиенты. Так что будьте всегда со всеми добры и учтивы. Всем пока. Всем привет, добрый вечер. Вот уже 6 часов. Кто-то возвращается с работы, а тот, кто на удаленке, он уже сделал все дела. Я уже с утра и пропылесосила до рабочего дня. Я делаю так, чтобы в 9 я уже сидела за компьютером, потому что кто-то может там написать на рабочую почту и так далее. Вот, все дела переделала. Ребенка лечу. Ну, 37,5. Ниже не снижается. Через каждые 4-5 часов все равно то нурофен, то парацетамол. Вот, противовирусные. Вот купила, вот покажу вам в аптеке, посоветовали мне витамины, ну, не очень дорогие. Вот, хотя я даю каждый день витамин D, но это я уже говорила. Вот, сходила по магазину, встретилась с Аленкой, вот она мне донатсы такие передала. Это на работе нас угостил наш... Ну, один из клиентов. Вот за нашу хорошую работу и доброе сердце. Поэтому и была и на улице, и дома посидела, и поработала, все успела. Конечно же, как будто маленькая суббота. А завтра у нас в планах, если будет хорошая погода, мы поедем к дедушке нашему на кладбище. Это маминому папе. Он рядом у нас тут на севере города. Ну, а потом, ну, наверное, в какую-нибудь кафешку там либо обедаем где-нибудь, он будет дома. Схожу, может быть, в какую-нибудь подружку в косметический. Я там хотела помаду, такая дешевая, но она мне нравится, цвет очень, как она лежит. Так что вот, вот такой день прошел. Это сегодня будет, надеюсь, я выложу это второе уже видео, чтобы было понятно, что я дома сидела, как бы в пятницу, у меня удаленный день. Вот. Ну и пишите, пожалуйста, комментарии, подписывайтесь, что вам интересно, может быть, какие-то вопросы, там, или по работе, или просто вам интересно что-нибудь про меня узнать. И вообще тоже пишите, нравится, стоит мне продолжать или нет. Я очень рада всегда вашим комментариям, и мне так это приятно. Очень-очень-очень благодарна вам, вот, что вы меня смотрите. Мне это очень приятно. Ну все, смотрите. Завтра мои тоже видео. Может быть, два, может быть, одно видео выложу, еще не знаю. Я очень много всего снимаю, а когда сажусь, как концовочку, такую болталочку записываю, то эта болталочка у меня как раз на 15-16 минут. То есть, получается, мне нужно поменьше болтать. Вот, чтобы уместить все, не хочу выкладывать там большие видео, и долго они загружаются почему-то, не знаю, из интернета. Все, пока-пока, хорошей вам пятницы, хорошо вам ее отпраздновать.
не сидите дома сегодня, не надо. Идите гулять, праздновать в какие-нибудь кафешки, злачные места. Вот, разрешите себе все. Завтра будете отдыхать и отсыпаться. Ну и делать, конечно, какие-то дела. Обязательно на выходные для этого нужны. Все, всем пока. До завтра.